Свою полосу препятствий прошли и окружные пенсионеры. Сборная команда Ненецкого округа успешно выступила на спартакиаде пенсионеров России. В этом году она прошла в Саратове. Состязались спортсмены высокого возраста в различных дисциплинах – легкая атлетика, плавание, шахматы, бег и других. Вне зачета прошли соревнования по домино и гимнастике. Конкуренция была сильнейшая. Так, в плавании наряду со всеми соревновались 6 чемпионов мира – состязания проходили на различных спортивных площадках Саратова. Делегация Ненецкого округа по итогам всех состязаний оказалась посередине. Наши спортсмены стали 29-ми из 59 регионов. Это середка. Мы считаем, что для нас это нормально. Для нашего маленького региона бороться с городами-миллионниками – это очень тяжело. Поэтому надеемся, что спорт у нас живет, процветает. Люди занимаются спортом, и мы этому рады. Однако кое в чем наши спортсмены всегда первые. Второй год подряд они получают специальный приз за национальный колорит. На открытии окружная команда демонстрировала ненецкие костюмы.